Здравствуйте, меня зовут Коган Александр Дарианович, мне 56 лет, по профессии я тренер по боевым искусствам. То есть вы профессионал в тренерской деятельности, то есть тренируете людей, детей боевым искусством? Совершенно справедливо. Да. Ну, в тренерской деятельности, конечно же, у меня есть успехи, поскольку я, значит, воспитал уже... Не, скажем так, не одно поколение спортсменов, помог людям из неблагополучных семей. Ну, плюс ряд моих учеников уже становились чемпионами, призерами как всероссийских соревнований, городских соревнований, так и международных соревнований. Вот вы говорили, что у вас есть тренерская деятельность, то есть вы профессионал, имеете какие-то определенные регалии? Да, совершенно верно. Я имею третий дан, черный пояс по карате в системе Международного колледжа боевых искусств «Аймак». В последнее время, последние годы, я работаю, кроме проведения тренировок и занятий, я работаю в службе безопасности. Какие вот мечты или цели вы бы хотели достичь, как мир с компанией? Что вы видите? Какие возможности? Ну, прежде всего, конечно же, как я уже сказал, это достижение финансовой независимости, которая мне необходима как человеку творческому. Ну, в компании меня заинтересовала возможность начать собственный бизнес и при помощи этого достичь финансовой независимости. Для того, чтобы закончить ранее начатые свои проекты, планы. Прежде всего, значит, это издать книги свои, книгу стихов, поскольку у меня около 600 неопубликованных стихотворений есть. Вот. А также меня интересует такой момент, как снять, возможно, фильмы по уже написанным киносценариям, осуществить ряд детских проектов. Ну и плюс к этому у меня есть еще благотворительные проекты, которые мне бы тоже хотелось привести в жизнь. Кроме этого, еще занимаюсь музыкой, записываю, значит, песни на свои стихи. Вот, работаю в студии звукозаписи. Провожу концерты, на которых я пою свои песни и читаю свои стихи. Классно. Помимо вот того, что вот хотелось бы, еще, может, какие-то есть истинные такие мечты или цели, чего-то? Ну, конечно же, бесспорно, поскольку работа в службе безопасности не приносит, скажем так, больших дивидендов, поэтому мне бы хотелось заработать нормальные деньги для того, чтобы обеспечить своей маме достойную старость и для того, чтобы дать своим детям хорошее образование. Не надо бояться ничего нового. Нужно осознанно и смело подходить к выбору дальнейшей своей жизненной линии. И если вы уже выбрали для себя этот путь, то идти по нему смело и честно, слушать наставников, добиваться в жизни успеха.